Здравствуйте, меня зовут Шалимов Михаил. Я хочу представить вам новую программу использования 1С ERP 2.1 на предприятии. Данная программа состоит из трех курсов. Во-первых, это концепция прикладного решения 1С ERP 2.1. В ходе данного курса вы ознакомитесь с особенностями применения данной системы, а также узнаете об эффекте, который получает организация при внедрении системы 1С ERP 2.1. Второй курс – это управление производством и ремонтами. Будут рассмотрены все аспекты отражения производственных операций в системе, а также производственное планирование и управлениями ремонтами оборудования. Третий курс – это управленческий учет затрат и финансовый результат. В ходе данного курса вы получите полную информацию по ведению управленческого учета в системе, по распределению доходов и расходов по видам деятельности, а также по формированию финансового результата. Вся комплексная программа займет у вас 64 академических часа, в ходе которых вы получите полную информацию и знания по всем возможностям системы. Наша программа существенно отличается от аналогов тем, что вы получаете знания от опытных преподавателей, которые, в свою очередь, профессионально занимаются внедрением системы. Благодарю вас за внимание и буду ждать вас на своих курсах.